Всем привет, ребята, с вами Братуха. Здравствуйте! Сегодня у нас новая стычка. 2 дня, 14 часов она будет идти. У Братухи 0 бустеров, он пока их не тратит, он копит. И мы идем на новую стычку. Что ж нам там в новой стычке авиалинии ховер внизу написано? Прикольно. Что ж у нас тут в стычке это ждет? Ховеры, 5 ховеров, ребята! Ховер на пулеметах, молотах, молот... Дальше на арканах, ховер на таранах, ховер на скоржах, ховер на дробашах. Ну что ж, давайте возьмем ховера. Ой, одни ховера, я балдею. Ой, прыгает вперед. Да ладно. Че, серьезно что ли? Ой-ой-ой. Я забыл, у нас нет инвиза. Ой, как больно. Нифига, он прыгает вперед. Не, ребят, такого ховера в обычную игру нельзя. Наши Лард 66 уже... проигрывает, да? Одного робота. Оно полетели вперед. А мы на дробашах, ребят. Да, сейчас, короче, кто на скоржах тут пользуется. Мы кого-то парня убили. Кто на скоржах, походу, тот и рулит. Обалдеть. Ну, братушка умеет, могёт, да? Автоприцел к нам пацан попал. Обалдеть, не, ну классно. Ясен пень, классно. Убили еще одного хлопца. Здорово, у нас 2 осталось дробаша. 1 дробаш остался. Пулеметы, ну что ж, давайте тоже возьмем пулеметы. Вообще здорово. Надо взять, наверное, думаю. Ой, давно я на этих пушках не стрелял. О, да, ребят, прикольно. Роман Вихарь у нас там играет. Персан Фихтер-Мехтер. Пошли пулеметы разогреваться. И какой-то дамаг наносят. Минимальный, конечно, но... но все равно присутствует. Перезарядка очень долгая. Парень умер. Не без этого. Кирилла сейчас валим. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, слили меня. Нифига себе. Короче, давайте на таранах возьмем. Короче, крошил его, ребята. Ховер авиалинии, прикольно. Шикарно. Я так понимаю, ховер прыгает только в длину. Магнум? А, да, магнум, у меня же плазма. Да-да-да, здорово. Прикольно, вообще здоровски. Хотел завалить парнишку, но увы, давайте тараны перезарядим. Да, пулеметчики. Не, вообще здорово, мне нравится. Да, такое в нападении. Полетаешь. Полностью надо быть сосредоточенным. В заветную щель никак не запрыгнуть. Очень маленькие прыжки. Можно так, наверное, всю карту Ямантау перелететь. Мы, в принципе, продолжаем воевать. Домашку мы наносим, парнишки. Все, победили? Нифига себе. Вот это режимчик, ребята, режимчик. Серебришки маловато, 260.
тысяч без према. Вернее, с приемом. Без према 173. Дамага у меня 800 тысяч. 249 насосов. Дестройер, ребята пишут. Интересный робот на карте Dead City. В режим стычечку опять поехали. Режим боя стычка. Поиск игроков. Бой начинается. Давайте возьмем на дальней карте этого. Спарка и Скорджа. Ага, красиво выглядит робот. Ну что ж ты глючишь-то, парень? Хорош глючить, поехали в бой. Да, тут сейчас все будут на этих пушках. Здорово. Парнишка упал? Но не без этого. Не, классно, прикольно, серьезно. Живая такая игра получается. Шикарно. И улетели, да, на расстояние недоступное другим скорджам. У меня уже... О, да. Да, парень, иди сюда. Веробой. Сейчас мы перезарядимся. А может даже появятся другие парни. Понятное дело, что пулеметчик меня нашел, поймал. Вперед, ребята, на смерть. Будем шкериться. Правда, я не знаю, сколько там дамага наносится. Не очень много, да? Никто не хочет в центре прятаться. Наносится какой-то пулеметный дамаг. Не ах, конечно, но наносится. Надо парня сливать. О, слили неплохо. Перезарядка. Да, мне нравится. Черт. Да, прикол. Первый раз играю. Не, уже второй, да? Да. Ну, пулеметы они как были, блин. Нях, так и остаются, нях. Такое скучноватое оружие. С учетом того, что тараны быстро дамажат и урон быстро перезаряжается. Пушка быстро перезаряжается, да? Не, красивые, конечно, бои. Красивые виды. Прям такие на скриншоты тянет. Пытаюсь я отпрыгнуть на безопасное расстояние, но здесь парень один на таранах меня мучит. Давайте тоже возьмем тарана и вперед в бой. Приколюха. Прыгнули сквозь крышу, посмотрели. Такие баги есть в игре, присутствуют. Завалили одного парня. Парень только головой крутит. Устал, наверное, крутить головой.
Попробуй еще попади, да, режим такой. В принципе, со своими прыжками ты только себе хуже делаешь, чем мне. Не, на таранах прикольно. Главное приноровиться. В режим против всех еще бы попасть. Жаль, тараны, наверное, были на перезарядке. Давайте арканы возьмем тоже. В центр пойдем. Прятаться от дальних роботов. Ну, дальние уже у всех кончились. Че, парень не прыгает, непонятно. Прыжками надо пользоваться. Совсем я про маяки забыл. Кстати, опять царь горы. Прям подбешивает. Реально подбешивает царь горы. Но на ближайшем тест-сервере его вылечат. Да, прикольные дуэли такие. Не, реально прикольные дуэли. Надо поднакопить чуть-чуть таран, арканы. О, убили. Отлично. Здорово, мы выиграем. Вообще класс. Весело. Чё, туда допрыгнуть? Да нефиг зафиг. Вау, ховер авиалинии. Приколюха. Эй, кружок. Кружок. Дайте хоть маленько очков поднакопать. Червячков. И туда сейчас полетим. А зря вы улетели-то. Хе-хе-хе. Я сейчас захвачу и победю. Говорят, что будет большой круг захвата на тест-сервере. Больше, чем этот. Фух, победа. Еще одна победа. Вообще здорово, классно. Мне нравится. Серебра также мало. 200. Ну, тут уже 1 200 000 набил. Неплохо. Тут прям-таки все просто дрались. Противники слабовато сыграли. Ну, что ж поделать. Много раков нынче, ребята, много. Давайте третий бой сгоняем, что ж до карты нам дадут. Дайте Ямантао. Ямантао, о, спасибо, Ямантао и робот. Блин, дробаш я взял, я промахнулся чуть-чуть. И опять царь горы, ребята, к сожалению. Как хоть к сожалению. Главное захватить центральный маяк. А я успеваю туда первым. Блять! Ну как сказать, успеваю. Как сказать, ребят, успеваю. Я промахнулся. Надо шквалить. Этого парня надо убивать. В чем проблема? Все такие же, как я, да? Трусы. Трус не играет в хоккей. Этот маяк, ладно, мы возьмем. И не факт, что мы будем его захватывать. Просто будем высушивать противника. Хватает мне, да, скоржей? Да, отлично. Жаль, не перезарядка. Вот теперь перезарядка. К сожалению, нет кнопки перезарядки, ребят, увы. Так и не придумать разработчикам кнопку перезарядки.
Надо вышпиливать дальнобойных роботов. Вальтериуса. Из клана Дракулы. Хо-хо-хо. Хороший фильм, да? О! Парень, ты, бля, маленько. Блять, я только робота потерял хорошего. Черт, манер. Ну да, я там маленько ошибся, ребят. Много противников повышпиливали. Я надеюсь, достаточно. Ага, 800 метров он уже не берет. Быстро забрали свой маяк, ребята. Сейчас наши быстро заберут. И все, пошли в атаку. Теперь у меня дальнобойное оружие только одно. Зависли удачно. Отлично. Убили. Заставляем спрятаться. У всех, походу, кончились пухи. Наши тоже не стараются захватить маяк. Давайте пойдем на фланг. Уходим от скоржей. Попутно убиваем парнишку. Ня, мы на перезарядке. Вальтериуса с клана Валькирии. Отлично. Делаем перезарядку. И центральный маяк как-то надо забирать, ребят. Я не помню, сколько пулеметы бьют, но вроде как 800 метров. Блин. Мы так проиграем, нас высушивают. У нас четверо осталось, что-то не очень союзники хотят идти воевать. Меня уже отчебучили, блядь, вторую пуху. Чё они там стоят? Ждут пососать? Бля, походу, да. Увы, блядь, сейчас скоржи как раз-то и рулить будут. Очень маленькое количество людей. Долетели. Отлично, жаль, в окно не попали. О-о-о! Неплохо, надо перезарядиться. Падаем. Блять! Скоржи круче, сука, таранов. И притом их маяк. Японский, блять, бог. Нас так высушили нах. Еще сзади бьют. Блять! Где союзники, сука, не пойму. Блять. Все. Нас высушили. Какие-то тупые, блять, союзники. Тупорылый какой-то пидорский клан VIP. Сука, блять. Все, нахуй, роботы кончились. Ебаный пылесос. Где этот випевец, блять, ебаный? Чё Ники не показывается? Вот он, блядь. Сука, ракообразное тело она. Ну, один остался, достоялся, блядь. Черенок сейчас тебя отъебенит, наверное. Не факт, конечно. Но сзади, да, все, с двух дырочек нахуй тебя, отлично.
Как говорится, в рот напихали скоржей и в жопу скоржей напихали. Сейчас еще будет напихиваться, смотрите. Нет, все. Повезло, блядь, утырку. Только благодаря ему мы проиграли, ребята, к сожалению. Но режим классный, мне понравилось, здорово. Миллион домашки набил. Ну, а этот, да, нихуя не делал. Просто стоял, блядь, стоял этот випевец. Да, ну что ж, весь клан такой, бля. А, да, у нас Вольтериус миллиончик набил, и братушка миллиончик набил, и притом я маячка больше насосал. Но высушили нас, а не мы их. К сожалению, такие вот дела. Я что хочу сказать. Режим стычка, прикольный режим, просто не понимаю. Вот мне кто бы сказал бы смысл этого режима, как бы погонять на ховерах, да, погонять. А сколько можно гонять? Вот сколько вы готовы погонять в этот режим без серебра? То есть, как вы видели, серебра мало, 100 тысяч. 170-200 тысяч максимум без прем-аккаунта. Даже с премом просто копейки. Что, ребята, интересного в этом режиме? Задания выполнять, наверное, какие-то будут задания. Убить 50 ховеров. Возможно, возможно. А так без заданий я, ну, пофанился, да, пофанился. И все, в принципе, и поднадоел. Три боя сыграл, и как бы, да... Да, одно и то же против одних и тех же. Такие вот одинаковые ангары, у всех одинаковые ангары. Спасибо, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. А режимы надо делать как-то поинтереснее, завлекать туда, чтобы там было интереснее играть. Всем пока-пока.